произошло нападение организованной группы бандитов на местных жителей, гуляющих в Витебском. Но нападение на жителей, а почему жители-то в отделе полиции? А, потому что у нас вот так полиция сегодня себя повела очень нехорошо, странно и подозрительно. Вместо того, чтобы увести в отделение нападавших и составить на них какие-то протоколы, разобраться, расследовать это, полиция задержала избитых, пострадавших людей, оставила их на ночь в отделении полиции и говорят, что будет суд и административные наказания. Вот этого мы совершенно не понимаем, потому что люди избиты, у них порвана одежда, одному человеку потребовалась медпомощь. При этом а бандитов выпустили его спокойно из УВД, они вышли буквально сразу и ушли себе очень радостно и довольны. А сколько вот задержанных сегодня? 5. То есть 5 активистов, которые да, 5 активистов находились в Битцевском лесу, и что делали? Они просто стояли. Они приехали, забрали сначала часть людей, посадили в машины, а потом один из сотрудников полиции... Он сказал такую фразу: нужно забрать еще 3, выбирай любых. Ну и вот они схватили еще 2 ребят, которые абсолютно мирно стали в сторонке, не сопротивлялись полиции как-то, ну просто стояли себе спокойно. И они их схватили, посадили в машину, увезли. И еще одного парня, который пострадал, ему порвали одежду, его побили. Он хотел написать заявление на нападавших. Ему сказали: ну, садитесь в машину, поедете в отделение, напишите заявление. Он спокойно сел и в итоге оказался задержанным. И его не выпустили из УВД. Так, а что ему меняет? Какая арестная статья у них? Ну, 6.1.1 и... или мелкое хулиганство. При мне, прямо на моих глазах, парня, которого избивали 2 мужчины взрослых, полицейский подлетел к нему, его, этого, который на земле лежал парень, избиваемый, полицейский его долбанул шокером и в наручники его. И повязали, и увели в машину. 2 или 3 человек из строительной фирмы рабочих и их бригадиров. И в итоге через час где-то их всех отпускают. Хотя они нападали, и у нас есть видео. А остальных наших всех ребят и местных жителей их вот так и оставили. И они, скорее всего, пройдут здесь всю ночь в отделении, и, скорее всего, завтра их будут судить. Одному из задержанных было плохо, вызывали скорую помощь, его вот куда-то возили через полчаса. Ну, нам недалеко, вряд ли в больницу, скорее всего, может быть, в какой-то травмопункт. Его вот... возили, наверное, на свидетельство какое-то, потом привезли обратно. Здесь полиции мама попыталась передать таблетки, какие-то и еду для своего больного ребенка, на что здесь вот ее просто взяли, оттащили, как я понял, она повредила руку, да, как бы ее тоже отправили в отделение полиции.